Всем привет! У нас сегодня в обзоре обновленная модель налобного фонаря от фирмы Black Diamond, модель под названием Astrum. С вариантами расцветки вы можете ознакомиться у нас на сайте. Ну а сейчас поговорим об этом фонаре. Обновленная модель Astra от фирмы Black Diamond может использоваться во время занятий скалолазанием, спелеологией или для освещения дороги во время ночных прогулок. Высокопрочный корпус выполнен из устойчивого к влаге, деформации механическим повреждением пластика. Водонепроницаемость корпуса соответствует IPX8, остается герметичным в течение 30 минут при погружении на глубину до 1 метра. Модель оснащена двумя режимами освещения и максимальная мощность составляет 175 люмен, а максимальная дальность 35 метров. Данная модель питается от трех батареек типа 3А, которые идут в комплекте. Видите, задняя крышка, открыли, вставили до щелчка и можете спокойно использовать данную модель. Плюс ко всему вы можете регулировать уровень наклона данного фонаря и выбирать, который вам нужен. Также в данной модели имеется вот такой вот эластичный ремешок, который легко подгоняется под нужный размер с помощью регулируемых пряжек. Итак, по поводу кнопок. В данной модели имеется одна кнопка, с помощью которой вы, собственно говоря, регулируете все режимы. Раз нажали, включился основной режим. Зажали большую кнопку и выбираете ту яркость, которая вам нужна. От максимальной до минимальной. Два раза нажмете, включается режим стробоскопа. Хочется сказать, что при 175 люменов, при максимальном освещении, данный фонарик будет работать 8 часов. Если вы выберете минимальный режим, это у нас где-то 4 люмена, то будет светить в течение 200 часов. В общем говоря, доступно, достойно и максимально практично. И не забывайте, огромный выбор фонарей имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.